Всех приветствую на канале Компьютерной Академии. В сегодняшнем видео интересный вопрос. Как включить меню «Пуск» из новой Windows 10 в версии 20.04? Оформление меню «Пуск» в Windows 10 следующей версии, осень 2020, предположительно несколько изменится. Фоновый цвет плиток станет полупрозрачным и станет совпадать по цвету с цветовым оформлением самого меню «Пуск». О том, как его поменять, можно посмотреть. У нас есть видеоинструкция под названием «Как изменить меню «Пуск» Windows 10». А у значков в списке программ исчезнут обрамляющие их цветные квадраты. При этом задействовать такое оформление можно уже в текущей версии системы. Итак, в этом видео мы подробно расскажем о том, как включить новое оформление меню «Пуск» из Windows 10 20 H2 в сегодняшней Windows 10 версии 20.04 с помощью редактора реестра. Итак, поехали! Итак, первый вопрос нашего видоса. Разблокируемое оформление меню «Пуск» из Windows 10 20 H2 в Windows 10 20.04. Итак, прежде чем приступить, убедитесь, что сборка вашей системы минимально 19.041.423 или более новая. Сделать это можно так. Нажмите клавиши Win плюс R, введите Win в R и нажмите Enter. В результате вы увидите окно, как на данном скриншоте. Вот видим сборка OS 19.041.450. Прекрасно, идем дальше. Если у вас установлено Windows 10 20.04, а сборка соответствует необходимой. Если это не так, установите обновление системы. Дальнейшие шаги будут следующими. Будьте внимательны. Первое. Зайдите в редактор реестра с помощью клавиш Win плюс R и ввода RecEdit. Второе. Создайте раздел реестра. Вы видите его на экране. Чтобы его отсюда не переписывать, идем в описание под нашим видео, и там будет текстовый вариант данного раздела реестра. Оттуда можно будет скопировать. Идем дальше. Третье. В этом разделе, когда вы создали его, в этом разделе создайте два параметра DWORD32, даже при 10-й винде 64 бита, с именами Enable State и Enable State Options. Тоже их можно будет скопировать в описании под нашим видео. Идем дальше. Четвертый шаг. Значение первого из параметров измените на двоечку. С нуля на двоечку. Ну и пятый, заключительный и интересный шаг. Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер. После перезагрузочки оформление меню «Пуск» должно измениться. Я вас поздравляю. Идем дальше. Ну а теперь еще один способ. Также вы можете просто создать простой REC-файл со следующим кодом и импортировать его в реестр, после чего перезагрузить компьютер. Вы видите на нашем экране вот этот вот текстовый файл. Соответственно, его можно скопировать в описании под нашим видео. В конце этого небольшого видео скажу следующее. Я, конечно, не знаю, стоит ли столь незначительные изменения оформления описанных действий, но вдруг для кого-то из наших зрителей данная информация будет полезной. Так что, знаете, наука – интересная штука. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер – сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.